Успешная карьера в градообразующем предприятии региона. Эту возможность имеют ученики Роснефть-классов. Для школьников состоялся профориентационный семинар-тренинг «Лестница к успеху» при поддержке общества группы нефтяной компании «Роснефть» РН «Юганскнефтегаз». О том, как специалисты предприятия помогают старшеклассникам осознанно выбрать будущую профессию, рассказала Марина Селезнева. Современное поколение думает о будущем. Это доказали учащиеся 10-го Роснефть-класса 13-й школы Нефтеюганска. Стоит только посмотреть на их видеовизитку. По информации центральной вышки, скоро может закончиться нефть во всем округе, а может даже во всей стране. В центре внимания – экологическая повестка. Ученики обыграли негативный сценарий развития событий. Углеводороды на исходе, необходим новый вид топлива. И решение найдено. В таком креативном ключе начался корпоративный семинар-тренинг «Лестница к успеху». Помимо учеников 10 класса, в профориентационном мероприятии приняли участие и выпускники школы. Через полгода им предстоит сделать важный шаг – выбрать, в какой вуз поступать. Эта тема стала ключевой на пресс-конференции с представителями компании РН «Юганскнефтегаз». Я хотела узнать, как будет надеюсь, что к моменту вашего поступления большинство, в принципе, и пойдет учиться после его направления. В программе профориентационные встречи, тренинги, а также интеллектуальный квиз. Ребятам предложили ответить на 17 вопросов. Все они связаны с нефтегазодобывающей отраслью. Для учеников Роснефть-классов это не составило труда. Лучше всех справилась с заданием Виктория Вакульчик. Девушка видит себя исключительно в нефтяной сфере, мечтает стать химическим технологом или лаборантом. Я думаю, что да. На самом деле «Лестник успеха» – это достаточно такое прям хорошее мероприятие для развития, потому что вот большинство учеников в нашем классе, они собираются поступать на нефтянку и приезжают специалисты, они рассказывают про работу. Это очень полезно, на самом деле, знать там всякие аббревиатуры и прочее. Я думаю, что да, это настоящий «Лестник успеха». Образовательный проект реализуется в рамках корпоративной программы непрерывного образования компании «Роснефть», школа, вуз, предприятие и нацелен на подготовку кадрового резерва. «Лестница к успеху» – один из инструментов профориентационной деятельности предприятия. Каждый раз специалисты «Юганскнефтегаза» стремятся сделать семинар-тренинг максимально интересным. Не обошлось без нововведений и в этом году. Во-первых, такой гибридный формат, то есть два дня сохраняется, но сегодня это была очная форма, торжественная часть общения с представителями компании. Завтра это будет дистанционный формат. Ребята будут работать самостоятельно, онлайн. Их перемиксуют со школами других городов, где присутствует Роснефть-класс. И ребята уже будут работать с тренерами непосредственно на компьютере. Ребята прониклись атмосферой мероприятия. По итогам дня сделали видеовизитку, куда вошли самые яркие моменты семинара. Сегодняшний день для них еще один шаг на пути к успеху. Марина Селезнева, Вести Югория, Нефтеюганск.